Здравствуйте. Сегодняшний рассказ о прямых клетчатой бумаге состоит из нескольких параграфов, среди которых есть нулевое предисловие. Вообще, эта задача возникла довольно давно. Серьез математики ее стали решать в середине 20 века, но об этом еще будет разговор. А сначала месяцы года, январь, февраль, март и так далее, здесь выделены синеньким месяцы, в которых 31 день, а другим способом, где 30 или 29 или 28. Фортепиано, пианино или баян. Есть понятие октава, которая состоит из 12 нот. Я это плохо знаю, потому что я музыкой никогда не занимался, но надеюсь, что на этом уровне знают все. И здесь нарисована одна октава, точнее даже чуть больше. Начали до, ре, ми, фа, си, и потом опять до. Клавиши на пианино бывают белые, бывают черные. Давайте отметим, вот как они идут. Белое, черное, белое, черное и так далее. Здесь отмечено в точности 12 букв. И напишем их в последовательность. Октава, следующая октава, следующая октава и так далее. А теперь сравним. Наложим последовательность месяцев на последовательность клавиш. Удивительным образом они хорошо совпадают. Правда, год приходится начинать не с декабря, а, по-моему, с августа. Вот если так же, как вот у нас октава начинается. Ну, посчитайте, там декабрь, перед этим ноябрь, перед этим октябрь, сентябрь, да, август, я не ошибся. Вот, и идет, идет, идет идет, идет. Дело в том, что когда люди изобретали белые и черные клавиши, то, конечно, хотелось ну не так, чтобы подряд шли все черные. Ну, в общем, у музыкантов есть свои ну, там, законы, потребности. Вот. И здесь так более-менее как-то вот равномерно, да, они распределены белые и черные. И то же самое, когда месяцы, теорически складывалось и почему-то вот тоже захотелось людям. Так вот оказывается, что равномерное расположение, оно всегда одно. Когда у вас есть пять объектов одного цвета и семь другого, то равномерно равномерное расположение одно, одно и то же. Более того, если вы посмотрите внимательно, то у этого слова есть даже такая замечательная штука – полиндромность. То есть, вот идете по этой последовательности, и потом идете по ней наоборот слева направо. Сами проверьте, здесь основной герой нашего сегодняшнего рассказа – прямая на клетчатой бумаге. В смысле, мы рисуем прямую, заданную уравнением y равняется 7 пятых x. и чуть-чуть ее приподнимаем. Ну, там типа 7 пятых x плюс 1 тысячная. Ну или можно не обязательно 1000, чуть-чуть побольше, отмечаем одним цветом пересечение с вертикалями, другим цветом пересечение с горизонталями. Получаем последовательность. Мы сегодня докажем, что это будет обязательно в некотором смысле равномерная последовательность. И рассмотрим еще два других определения тех же самых слов. Ну и обсудим, зачем все это вообще нужно. Так вот, оказывается, последовательность из букв В и Г называют равномерной. Если для любого натурального числа n. Существует такой k, что в любом n-буквенном подслове, то есть среди любых n-подряд идущих символов, количество букв g ровно k или k плюс 1. То есть не может быть двух слов одинаковой длины, так что в них количество букв g отличаются на 2 или больше. Вот совпадать, пожалуйста. Отличаться на единицу разрешено, а больше нельзя. В 1985 году человек, который потом стал всемирно известный, замечательный математик, тогда он был совсем молодой, в кванте опубликовал статью. Соответственно, была до этого за М-818 из «Задачника Кванта», статью, где он полностью объяснил вот все вот эти штуки про равномерность для конечных последовательностей. Более того, в конце статьи оказалось, что это фактически алгоритм Евклида. И мы сегодня это увидим, и мы сегодня да докажем и так далее. Я не буду зачитывать целиком его эту статью, потому что на самом деле все равно у нас это будет. И дальше вот, значит, окончание. И в этом окончании есть потрясающая шестая задача. Две бесконечные в обе стороны арифметические и прогрессии — не имеют общих членов. Отметим одну прогрессию черным цветом, другую белым. Докажите, что полученное расположение черных и белых точек равномерно. То есть оказывается, что эти расположения точек это просто-напросто то, как одна относительно другой расположены две арифметические прогрессии. Правда, решений к этой статье нет, но в принципе можно, вот если так очень захотеть, внимательно прочитать статью Концевича, она вполне хорошо написана, и понять, и соответственно решить эти упражнения. Повторяю, тысячи 1985 год. Нет, в науке все это было известно примерно в середине 20 века, уже с доказательствами и так далее. Вот, Концевичу: огромное спасибо за то, что он вот популярно и очень разумно это изложил. И здесь четко объяснено, что есть такие как бы расхлопы и наоборот схлопы. Движение вот во внешнюю сторону и движение во внутреннюю. Мы еще все это увидим, все, когда мы будем обсуждать теорему Маркова о цепных дробях. Вот. Просто если хотите лучше понять материал, полезно прочитать эту статью. Дальше. 1992 год. Это ведь я про свою жизнь рассказываю, поэтому я понимаю, что в науке там и книжки писались, я их тоже потом укажу, но э, как бы с моей точки зрения все было так. Кстати, я в 1992 году статью Концевича еще не читал. Это немножко отразилось на то, что происходило. Мяс — это такой замечательный город на Урале. Там рядом Уральские горы. Ну, вернее, как рядом, это и есть Уральские горы. Там совершенно потрясающая природа, там была летняя конференция турнира городов. И сложилось так, что Канель Белов и короче, не помню, помню точно фамилию, очень легко узнать по материалам, предложили задачу, но сами не приехали. И в результате получилась замечательная вещь. На конференции выяснилось, что задача хорошая. Задача про то же самое, что только что было сказано. Задача хорошая. Они не приехали. Ну, не знаю, по каким причинам. Ничего там страшного не было. Вот не приехали. И, соответственно, надо, чтобы... Вот я тогда взялся ее вести. И поскольку мне показалось, что пунктов они там дали мало, и их, в общем, в том варианте было крайне трудно решить, потому что, когда у вас мало пунктов, приходится преодолевать слишком большие ступеньки, то я старательно это расписал. А именно, то, что они дали, я расписал в параграф 1, а еще заодно расписал еще 5 параграфов. Получилась длинная задача, если я правильно помню, было 42 пункта в этой задаче. Несколько человек даже решили, те в любом случае получили удовольствие, потому что это вообще красивая комбинаторика слов. Я ни в коем случае не говорю, что я придумал, да, это вот я написал здесь решение, а повторяю, в науке это все-все-все было известно. Написано определение равномерной последовательности, дальше объяснено, что такое это расхлопы, хлопы, это с книжки сосканировано, а там вот она была плохо напечатана. Это доказано, что такое бесконечное слово обязательно является палиндромом и так далее, и так далее, и так далее. Вы здесь видите довольно длинное рассуждение вот про всякие там целые части, про пределы и так далее. Пока это написано в виде задач вот таких, это, ну, можно решать, но тяжело. Это довольно тяжело. Но, тем не менее, задача. Это все можно сделать, но никакого геометрического восторга от вот этих вот неравенств, на самом деле, конечно, не испытываешь. Что было в моей жизни дальше? Замечательный человек Акулич, который примерно в 98 году получил в распоряжение достаточно мощный компьютер и сумел увидеть такую штуку. Экспериментальным путем, просто как инженер. Посмотрел и увидел. Увидел он следующее. Оказывается, так, Баобабов это мой псевдоним, потому что там было три задачи, которые придумал Акулич. И чудесным образом все три удалось решить. Две из них решил я. Ну что здесь решил? Я просто понял, как это все на самом деле математически выглядит. Одну из них я не решил, я высказал гипотезу, она оказалась верна, но доказал ее украинский математик Равский. Через, не помню, там два лет, общем, через сколько-то лет после этой статьи. Статья Акулича называлась «Ум хорошо, а пентиум лучше», ну что вот, если он сумел на компьютере придумать задачи, которые математики решить не могут. Да? А ответ на эту статью был назван вот «Пентиум хорошо, а ум лучше», в том смысле, что математика на самом деле все это умеет. Вот. И что же там было? Там были последовательности, которые возникают при изучении игры Цяньши Цзы и при изучении чисел Фибоначчи. Что это такое за последовательность? Ну, точные явные формулы вот такие. А n – это золотое сечение умножить на n целая часть, а b n – это а n плюс n. Я не хочу сейчас зачитывать всю эту статью. Почему? Потому что самое интересное для нас – это вот эта картинка. Это прямая, которая задана уравнением. x равняется золотое сечение умножить на y. И пересечение с горизонталями мы обозначаем одним цветом, а пересечение с вертикалями обозначаем другим цветом. Так, здесь не очень видно, какое число к какому относится, но таблица уже была, поэтому можно проверить. Главное, замечательным образом, это имеет прямое отношение к так называемой теореме Лорда Релея. Она была доказана в 19 веке великим физиком и звучит вот так так как вы видите, альфа и b это положительные и рациональные числа, связанные с соотношением 1 альфа В плюс 1 В равно единице. Оказывается, что если мы тогда возьмем две последовательности, одна это целая часть альфа n, другая целая часть β n. Так вот, тогда каждое натуральное число встречается ровно один раз. То здесь все доказано, причем даже есть совсем короткое доказательство. Вот видите, да, там более короткий способ такой замечательный: левее любого натурального числа n лежит n делить на альфа-членов последовательности. Ну, когда вы альфа умножали на номер и n делить на бета, когда вы бета умножали на номер. Число альфа иррационально, поэтому числа n делить на альфа и n делить на бета имеют не нулевые дробные части. Ну, замечательно. Дальше у нас написано, что 1 альфа в плюс 1 бета равно единице, поэтому верно вот такое равенство. Просто мы его на n умножили. И эта сумма целое число, а слагаемые не целые. Значит, когда вы возьмете целые части от слагаемых, то сумма будет равна n минус 1. Значит, левее числа n лежит в точности n минус 1 чисел. Ну, а когда вы идете слева направо по натуральному ряду, то это как раз и означает, что эти последовательности однократно покрывают натуральный ряд. В общем, здесь все понятно, легко написано. Вот это есть в книжке Кнута "Грехом и Поташника, подробный рассказ об этом. И давайте еще, что нам, пожалуй, интересно. Смотрите, теорема о этих э, числах альфа и бета, теорема Лорд-Релея, настолько замечательная, что хочется ее вот нарисовать. Делаем так. Равенство 1 альфа в плюс 1 бета равно единице. Записываем в таком виде. Бета плюс альфа равно альфа. Бета. Значит, у нас есть два числа произведения которых равно единице. Ну, перенести альфа и бета вправо, единичку прибавить, так и получится. Дальше рисуем прямую, которая задана уравнением y равно альфа минус 1 умножить на x. Это же уравнение можно написать в виде бета минус 1 умножить на x. Нумеруем подряд клетки, которые пересекает вот эта вот наша прямая, начиная с самой нулевой клетки. Она не проходит через узлы сетки, кроме начала координат. Поэтому она входит в очередную клетку, либо слева пересекая вертикаль, либо снизу пересекая горизонталь. Если она ваша в клетку слева и пересекла вертикаль x равно n то номер клетки вот такой я боюсь что сейчас не все сходу это поймут но но это вот надо вот на самом деле осознать просто нарисовать картинку прямую прямоугольник нарисовать вот эту самую вертикаль и осознать что действительно вот так и будет потому что n это количество пересеченных вертикалей а вот это вот альфа минус 1 может на и целая часть от этого это количество пересеченных горизонталей вот ну и все мы нашли ту самую формулу целую часть альфа n. Так, теперь слово Фибоначчи. Число Фибоначчи 1, 1, 2, 3 и так далее. История о кроликах. Значит, есть молодые кролики, которые стареют за месяц. Они бессмертны. Старые кролики превращаются в старых и молодых. И вот если делать такое преобразование, то легко проверить, что получается бесконечное слово. Если у нас было какое-то слово, из которого получалось другое слово, а это слово переходило в себя и в то самое, которое сверху, вот это называется предположение индук, то тогда кругляшок переходит в кругляшок с квадратиком, квадратик в кругляшок. А это и означает, что будет то же самое по индукции. Книжки. Кнут Грехом Поташни. Конкретная математика про формулу Лорда Релея. Есть огромные и очень содержательные и довольно хорошо написанные книжки, которые выходят под псевдонимами. Кто там псевдоним для кого? Можно в Википедии посмотреть огромный список, кто такой вот этот самый Лоссер. Смотрите, что у нас есть. Значит, это псевдоним группы математиков, многие из которых это студенты, Сенбергера. Пишут они с 1980 года, в разных университетах там поблизости они работают, на всякий случай, что такое лотарингия на самом деле. Лотарингия Эльзас ⁇ это то, из-за чего во многом была мировая война. Первая, так, первая, это да, не вторая. Книжки у них, правда, хорошие, но ну, вот одна 1983 -го года, другая 2002 -го года, не так важно. Важно, что о комбинаторике там много всего интересного написано. И, на, и книжки действительно написаны хорошо. Так вот, цель моей сегодняшней лекции это объяснить, что вот об этих самых прямых наклетчатой бумаге, они под разными названиями возникают. У них написано хуже, чем можно было бы. Есть такая совершенно замечательная скрипченка, красавица, умница, то есть она идеально читает лекции, которая прочитала об этих делах лекции. Я вот специально здесь поставил ссылки в надежде, что вы ее послушаете, ну, просто потому что она умная. Картинка, которая дает основную идею, как связано то, о чем она рассказывает, с тем, о чем я буду сегодня говорить. Так, это все еще идет введение, на всякий случай. Смотрите, если у нас есть квадрат размером 1 на 1 и прямая, y равно сколько-то там x, y равно альфа x, то, ну пусть Альфа для определенности меньше единицы. Давайте представлять себе, что как только мы движемся вверх, вот вышли за пределы, то мы ровно на единицу спускаемся вниз. Но если вышли на 5 вверх, то на 5 спустимся вниз. Проще говоря, что все это происходит на торе. По модулю 1, тогда смотрите, что будет. Вот есть прямая. Проведем параллельную прямую. И возникший отрезок обозначим b. А то, что осталось, обозначим А. Что у нас тогда будет? А у нас будет простая штука. У нас отрезок B и отрезок А поменялись местами. Здесь стоят стрелы в знак того, что ориентация не меняется. То есть вот, фактически B параллельно перенесся и А параллельно перенесся. Теперь представим себе, что вот с этого отрезка идем опять, происходит новое перекладывание отрезка и так далее. То есть вся эта наука, которой мы сегодня занимаемся, это на самом деле наука о перекладываниях двух отрезков. Это совершенно удивительная вещь, да. И огромная часть теории чисел это вот, ну, приближение иррациональных чисел на рациональные дроби. Это и есть перекладывание двух отрезков. Ну, естественно, что скрипченко рассказывает о перекладывании не двух, а большего числа отрезков. Там возникают некоторые сложности, которых здесь нет. То есть, вот четко надо понимать, что два отрезка принципиально отличаются от большего количества отрезков. Вернее, как три отрезка легко понять, что сводятся к двум. Это надо прессовать картинки, увидеть. А вот все начиная с четырех, это уже это ужасно. Ужасно в смысле, что это большая наука, которой люди активно занимались, начиная с 60-х годов 20 -го века. Вопрос да. Повел, можно. Что происходит, если наша прямая пересекает не вертикальную, а горизонтальную прямую? А просто она потом когда-нибудь пересечет вертикальную. Понятно. Мы ждем, когда она пересечет, а потом уже туда переносим. Есть такое понятие первое попадание. То есть, вот, когда вы выпускаете с какого-то отрезка, вы ждете, когда же вы в первый момент попадете и рисуете. Это в более сложных случаях делают. На всех этих поверхностях Поверхностях, то есть выпускают параллельные лучи, дальше они ходят, ходят, ходят как-то по поверхности, и когда в первый раз попали на этот отрезок, вот это и называется наша функция, которую мы рассматриваем. Вот здесь самое понятное, самое красивое. Так, хорошо, пошли дальше. Математические бильярды. Между прочим, Земляков у меня читал лекции, как школьный учитель, замечательный был человек, Александр Николаевич Земляков, в 18-м интернате работал. Книжка «Математический бильярд». Там все абсолютно понятно написано про эту науку. Не о том, о чем я говорю сегодня, этого совсем там нет, но в принципе о приближениях и Рациональных чисел рациональными для школьника объяснено хорошо что такое бильярд э, тоже довольно хорошо объяснено это объяснение того как вот наша прямая y равно альфа x пошла а потом э, мы считаем что делаем все по модулю 1 э, и отражаем от стенок и получается бильярд и поэтому на самом деле изучение бильярда в квадрате или можно растянуть по высоте сколько раз прямоугольники будет то же самое вот э, это на самом деле та же самая наша сегодняшняя задача есть еще книжка табачникова довольно разумная про бильярды хорошо перед тем, как, собственно, заняться делом, я замечу, что, по большому счету, все, что будет сегодня, это алгоритм Евклида. Картинка тоже алгоритм Евклида. Это великая совершенно штука, называется дерево Калкина Вилфа или дерево Штерна Брако. Вроде бы совершенно другое, хотя на самом деле это тот же самый алгоритм Евклида. И последнее. Есть такая наука алгебраическая геометрия. Я очень хорошо помню, когда я был студентом, это только-только начинали на Мехмате узнавать, вот. а сейчас это стало такой естественной, важной частью базиса Гребнера. Это тоже Алгоритм Евклида только для многочленов. А вот, поэтому э, вот важно понимать, что в разных своих вариантах алгоритм Евклида выглядит совершенно по-разному. Так, теперь нулевой параграф закончился.